Этим людям можно верить, они верны своему слову. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Любвеобильность, а также желание выделиться и стать кем-то более значительным любой ценой, часто бывает причиной многочисленных конфликтов с окружающим. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Владельцы этого имени восхищают своим живым воображением, творческими и интеллектуальными способностями, своей оригинальностью. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. «В» – значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Другие недостатки единиц – их склонность к сухости, даже жестокости по отношению к другим, стремление к власти любой ценой, упрямство, чрезмерное честолюбие, умение эксплуатировать людей и в крайних случаях агрессивность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.